Как этому Себастьяну могла прийти в голову такая мысль? Вам придется встретиться с ним и договориться о времени и месте обмена. Встреча в отеле «Медный ангел». Завтра в 9. Хорошо. Да, и вот еще что. В отеле прячется женщина из экспедиции. Необходимо срочно вывести ее оттуда. Иди поешь. Где это ты шатался? Я знаю, где экспедиция. Это нас не касается. Не касается? Нет. Они хотят построить электростанцию. Сюда снова вернутся люди. Ну разве ты этого не хочешь? Я не хочу, чтобы на холме появился еще один крест. Слышишь, не хочу. Послушай, Росита, Себастьян держит их на руднике, на складе, где хранилась взрывчатка. Мы с ребятами лазили туда за запалами. Я тебе говорила не лезть в это дело. Я тебе говорила. Не хочешь? Тогда я сам, один. Куда? Стой! Стой, я сказала! Сядь. Ну-ка, ешь. Ешь, я кому сказала? Не хочешь людям помочь? Не хочу. Ну, ладно. Куда ты? Ну-ка, сейчас я тебя запру, чтоб ты не наделал глупостей. Паршивец такой. Будешь сидеть, пока не выпущу. Сиди здесь! Паршивец. Что такое? На встречу поедешь без меня. А, струсил. Мне надо парня отвезти. Я буду ждать тебя на перевале. А на кой черт мне такой крюк делать? Я сказал... Все. Поехали. Куда же она делась? Это женщина из экспедиции. Откуда я знаю? Она вон села на коня и ускакала. Кто нас ждет? Вот. Комиссар уголовной полиции Сантильяна. Где будем разговаривать? Итак, завтра в 12 часов дня на мосту. Вы подъедете со стороны города, мы с этой стороны. При малейшей попытке нарушить условия экспедиции будет уничтожена. Деньги в американских долларах. Все, мы договорились? Не совсем. Попросите ваших телохранителей отойти от двери. Пошли вон. Как вы думаете, Вакерос, что с вами сделают вальдосы, когда узнают, что одну из партий героина вы тайно продали Гальяно? Деньги положили себе в карман. А изобразили дело так, будто вам пришлось бросить груз, спасаясь от полиции. Блефуете, комиссар. Гальян арестован. При обыске у него мы нашли вашу расписку. Вот ее копия. Мне кажется, увидев ее, Себастьян вас просто пристрелит. Возьмите, возьмите. На память. И вообще, вы не заинтересованы в освобождении Вальдеса. Он посадил вам на шитву мальчишку, своего брата. А до этого боссом были вы. Я же знаю. Вы думаете о том, что сейчас самое подходящее время избавиться от Себастьяна. Вы черт. Если обмен по каким-либо причинам не состоится, Антонио Вальдес застрянет в тюрьме лет на 20, и вы полный хозяин дела. Так. Обмен не должен состояться. Есть люди, заинтересованные в этом. Рано или поздно они придут к власти и не забудут вашу услугу. Экспедиция должна исчезнуть. Навсегда. Что скажете? У меня нет выбора.
И времени тоже.